подземном переходе начались отделочные работы. Предстоит облагородить почти 700 квадратных метров стен и потолков. На земле идет укладка асфальта. В городской администрации говорят, что автомобильное движение откроют к 11 июня. На внутренние работы потребуется еще примерно пара недель. В это время пешеходы будут ходить, как и раньше, по старой зебре. Такое решение было выработано сегодня совместно с ГИБДД. Самая одна из главных задач – это безопасность жителей, которые там. Вы для чего делали этот переход? Для того, чтобы обезопасить те же жители, которые живут в Станиславске, при переходе через эту дорогу. Мы это для этого его делали. Спасибо инвесторам, которые откликнулись на эти дела. Строительство пешеходного перехода в Анапской идет с февраля текущего года. За это время специалистам пришлось решать ряд технологических задач. В частности, уже вырытый котлован заполнился водой после весенних дождей. Ее откачивали. Также из-за подвижности грунта решили оставить так называемые шпунты. Специальное ограждение, которое фиксирует стены котлована по периметру и изначально должно было быть демонтировано. Переход является серьезным инженерным сооружением. Там предусмотрено и серьезное водоотведение, водопонижение. Кроме того, предусмотрено для людей с ограниченными физическими возможностями лифт, подогрев ступеней, чтобы не было замерзания ступеней зимой. Главное, что приобретут и пешеходы, и автомобилисты комфорт на оживленном участке. При этом объект, строительство которого заняло 4 месяца, будет служить десятилетиями.